Сегодня в Туле открылся первый всероссийский саммит с международным участием «Выбор лучших. Время вперед». Его цель – развитие и поддержка молодых специалистов в сфере фармакологии. На саммит приехали победители конкурсов среди студентов и аспирантов ведущих медицинских вузов России и Евразийского экономического союза. Возможно, именно эти ребята, в том числе туляки, будут включены в кадровую базу для отечественных и зарубежных работодателей. Тему продолжит София Кириллова. Система GXP, в переводе «надлежащая практика», охватывает все этапы производства лекарственных средств – от фармацевтической разработки до конкретного потребителя. Первый в России межвузовский GXP-саммит проходит в Туле при поддержке Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик и правительства региона. Среди участников – представители Армении, Белоруссии, Казахстана и России. Сказали, что проходит такое замечательное мероприятие, и мы с радостью согласились принять участие, отправили свою работу. Моя тема – это надлежащая производственная практика для регенеративной медицины. Да, в данном направлении мы развиваемся и работаем. От имени губернатора Алексея Дюмина участников и партнеров мероприятия поприветствовал министр экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин. Это очень серьезное мероприятие. Мы рады, что первый саммит, такой формат происходит в Тульской области. Для нас это, с одной стороны, очень почетно, с другой стороны, ответственно. Саммит – возможность для студентов не просто поделиться своими наработками и опытом, но и пообщаться с ведущими экспертами в сфере фармации и с непосредственными работодателями, руководителями ведущих фармацевтических компаний, в том числе иностранных. Я обращаюсь ко всем молодым специалистам. Умейте мечтать, умейте ставить эти мечты перед собой и верным шагом к ним идти. Почему? Потому что если мы не будем мечтать, то у нас не будет никакого стимула двигаться вперед. Первый день саммита завершился подписанием соглашения между Российским университетом дружбы народов и образовательным центром Московского института лекарственных средств о создании на базе РУДН профильной кафедры в области управления качеством. А саммит «Выбор лучших. Время вперед» продолжается. По итогам мероприятия 3 лучших участника получат почетные награды и возможность развиваться далее в выбранной отрасли. София Кириллова, Игорь Щепотьев, Тульская служба новостей.